За этой дверью так называемая красная грязная зона. Туда входить можно только в специальном обмундировании. Именно в него я и оденусь через несколько минут и зайду туда, посмотрю, как же лежат люди в реанимации, люди, больные ковидом. Главное не торопиться. Такое правило действует при надевании спецкостюмов и снятии их после. Поэтому на все уходит около 20 минут. И вот она, красная зона. Сейчас в реанимации полный аншлаг. Все 12 мест заняты. Все, кто лежит, очень тяжелые больные. Так вышло, что при нас одного из больных начали переводить на искусственную вентиляцию легких. Это, по словам врачей, третий этап лечения, когда ситуация уже очень тяжелая. Врачи-реаниматологи говорят, что здесь, в реанимации, все как в самолете. Все параметры очень важны, и ошибки, даже маленькой ошибки, быть не может, потому что она может стать фатальной. Возраст больных в реанимации разный. Есть молодые, есть пожилые. Не волнует ковид и половая принадлежность. Сами пациенты просят не показывать их лица, чтобы соседи не знали. Есть коронавирус или нет все-таки? Вы знаете, есть очень серьезная болезнь. Те требования, которые медицина предъявляет при соблюдении режима самоизоляции, нужно обязательно выполнять. Потому что переносится это очень тяжело и очень долго лечится. Смена врачей и медсестер длится в реанимации 24 часа. Условия адские, ведь кроме лечения надо вести и документы. А это в амуниции делать довольно-таки проблематично. После реанимации мы переоделись, отдохнули и пошли в другое место, где опять же облачились в костюмы. И находимся, сейчас я нахожусь в ковидном госпитале Иркутской областной инфекционной больницы. Здесь свободных мест нет, все 45 коек заняты. Но по ощущениям здесь, наверное, как-то попросторнее, что ли, и посветлее, чем в реанимации. Сравнить ощущения может и Владимир Орлегов. Его недавно перевели из реанимации, а значит, идет на поправку. Где заразился, не знает. Возможно, на рынке, куда поехал за стройматериалами. Заразился, если заболел. Лечиться надо, ты уже ничего не сделаешь. А что оптимист? Нормально здесь, палата, врачи кормят, убирают, все, что надо, делают. Все пациенты из палат не выходят. Вентиляция в каждой комнате своя. Двери закрыты снаружи. Всего на территории Иркутской инфекционки ежедневно лечится 260 человек. За время пандемии почти 700 выздоровели. 20 спасти не удалось. Сами врачи, а это в основном женщины, к ситуации относятся по-медицински спокойно. Страха, говорят, нет. Отсутствие страха не безрассудное у нас осторожность. Это первое. Во-вторых, мы в такой профессии работаем. Инфекционные болезни всегда были опасны. Всегда. И нас с малолетства, то есть с интернатуры, с ординатуры, с кружков инфекционных болезней, обучали еще защищать себя от инфекционных болезней. Да? И мы как бы это уже впитано в наше сознание, и мы это знаем. В костюме, в маске, в защите, в общем, я провел на минут 15-20. Ощущение, ну, пот бежит градом, здесь на висках давит от защитных очков. След от маски, он держится несколько часов потом после Вам работы. Вам как с ним? Самой это? Как девушки. Мне очень нехорошо с ним, очень некомфортно. Сегодня мы уже не принимаем пациентов просто с легкими формами или бессимптомными. К нам поступают пациенты со среднетяжелыми и тяжелыми формами, с дыхательной недостаточностью. Те, которые действительно должны находиться на больничной койке, за которыми должно быть динамическое наблюдение врача. А это Алексей Михайлов, врач-анестезиолог-реаниматолог. Он показывал нам отделение реанимации. В таком жестком режиме работает несколько месяцев. Подвигом это не считает, просто говорит, что выполняет свой долг и задание государственной важности. Собираем свои навыки, свой опыт по крупицам. Каждый новый пациент, по сути, интересный пациент для нас – это, конечно, школа, которую еще предстоит осмыслить в течение какого-то промежутка времени в будущем. Ковид есть, ковид рядом. Вот. Если вы не будете носить медицинские маски, тогда очень высокая вероятность того, что вы, уважаемые жители Иркутской области, заболеете. Алексей Шипенков, АСТВ.